как-то я не сталкиваюсь с мигрантами. Или я в старых времен, что у меня Советский Союз еще, и у меня все свои, да. Если он на русском говорит, мне все равно, какой он там внешности, морда у него, как вокзальные часы, косой он, кривой, узкоглазый. Наш, да и наш, разговаривает по-нашему, молодец. То есть со своим уставом не лезет куда не надо. Вот могу сказать, что... Не прокомментирую я, наверное, мигрантов за рубежом, а прокомментирую то, что очень много у нас сейчас горя от того, что мы в разных местах русские. Очень много горя вот сейчас с Украиной, что мы не можем ни писаться и уже не полететь не можем. Нам прям физически какие-то чужие люди, кто они такие, не дают общаться, обниматься и целоваться. Мы должны вынуждены лазить в дырку под забором, а с той стороны люди все злее, 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 злее. Мы уже колбасу не едим, конфеты их не едим. Что дальше будет, даже не представляю. Вот беда где, это беда.